1 июля в жизни российских граждан произошли перемены. Застройщики перешли на эскроу-счета. Коммунальные услуги проиндексированы второй раз за год. Переплата по потребительским кредитам стала меньше, а гостиницы теперь зависимы от звезд. Строительство переходит на проектное финансирование. Девелоперы больше не могут привлекать деньги населения для возведения домов напрямую. Посредниками становятся банки. Нововведение приведет к подорожанию жилья, считают эксперты. Почти на 2,5% увеличились тарифы на коммунальные услуги. В этом году индексация проводится в два этапа. Общее увеличение тарифов останется в рамках целевой инфляции на уровне 4%. Теперь процентная ставка по новым потребительским кредитам не должна превышать 1%. В день. Исключение составляет специальный вид займов до зарплаты со ставкой 10 тысяч рублей на период до 15 дней. С июля гостиницы, где более 50 номеров, не смогут работать без документа о присвоении категории звездности. Если собственник отеля самовольно завысит количество звезд, ему выпишут штраф. Сумма составит от 7 до 10 тысяч рублей для должностных лиц и от 40 до 50 тысяч рублей для юридических лиц. Всем привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.